Так, ну что я могу сказать? Так, Ласка за руль сел. Куда он назад едет? Понял. Что ты делал назад? Это просто влево. Зачем ты прыгаешь? Говорю, вправо, влево! Блядь, 4 кнопки в игре, Серега! Вот! Спасибо! Паника сразу! Привет, дядю! Чё? Так, еще кольцо сжечь, допустим. Да, блядь, ну как так, блядь, ну как? А, нет, погодите, был инцидентик такой небольшой, я вам забыл рассказать. Короче, сидел, ну, естественно, себе чепчик сделал, вот этот великолепный. Пошел с ним, значит, я на улицу, но я уже рассказывал, что меня доебались, да? Сегодня, короче, не пропустил каких-то чуваков. На семерке, поняли? Не пропустил, типа, такая пробка до дома, думаю, ну и что, я пропускать, что ли, буду? Вы бы видели, там такие злые лица вообще проехали. Там чувак вот так выпрыгивает из окна, такой, типа, на меня, бля. Я смотрю, с таким лицом вот так сижу. А сам в голове думаю, ну и чё, обезьяна, чё ты сделаешь? Ничего, уехал. Это пиздец полный. Не пропустил семерку, чуть ли меня не убили вообще. Такое. Там причем чувак вот реально такое быдло, вот на него посмотришь, реально обезьяна. Какой там у-у-а-а, вот не выкрикивал еще. Да блять, да блять, да блять, да что это, блять? Да сука. Нереально. Пострижися, тут привет, здорово, братик, пострижися. Я, блядь, месяц потратил как на вы это рисунок. Заебали. Можешь своими рисунками, блять. Просто сам посмотри. Для меня важно, чтобы ты посмотрел. О, нихуя себе. Ссылка удалена. О, прикольно. Так, ну ладно, можно, наверное, показать, я думаю. Зацените, чувак, что сделал. Из текстов нарисовал. Ну-ка. Что там написано вообще? Ой, тут из ников стримеров, алё, тут вон. Вижу АВГНа, Паши Дизеля вижу. Мэ, прикольно. Валакас, Фабоеба, Харт. Это Р вообще, или что это за буква? Это Нагдплей какой-то. Так, ладно. Кек. Котлетка, короче, поехала с Макдональдса. Так, дальше. Бэ, прикольно. А, и ты еще я, короче, на логотипе. Сзади логотип. Достойно. Это невозможно, блядь! Это был топ, блядь, дек! Доска. Носка? Он. Носка. Он, наверное, уже сейчас кончит. Сейчас немножко еще подожди. Заебали уже. Ну что-то самому мотоцикл захотелось недавно. Понял, что погибну. Возможно. Опенс. Ручник. Ебать. Хули мне делать? Не исправлю, блять. Я не пил 28 дней. Пьюсь все, блять, кто-нибудь мне переубедит в том, что я не пил нахуй. Ни за что.
Чекни твиттер Мэда. Да это для слабых в постеронии, чуваки. Пиздец, блять. Мэд в твиттере написал, что вы пили. Чел опять пишет это! Чел опять пишет это! Блять! Мэд в чем прикол? Ласка пьет, он нахуярился с Илюхой недавно на днях. Все это хуйня. А-а-а. Все понял. Без бухла стримы, вот этого, это все хуйня. Это все не работает. Это все пиздеж. Буянит, пацаны, уже. Я так с двух пив, короче, объебался. 13-градусных. И что-то... Не, с трёх. Я что-то тоже нарыгал. Вот чё, кто-нибудь, объясните, что у Юзи происходит вообще? Я не понимаю, у него какие-то стримы странные, очень. Я просто не понимаю, что на них происходит. Он вот сидит как маньяк такой какой-то, знаете? Я уверен, что если Юзи не станет, он где-нибудь пропадет. Потом о нем какие-нибудь истории будут криповые, знаете? Этот стример там... Детей насиловал, наверное, знаете, как-то на расстоянии. Через экран, как Кашпировский, я поняли? Я так знал, блять. Несите свои баночки, сейчас будем из них воду святую делать. Ну, сука, ну я же знал ведь про это. Ну ладно, хоть крылья выложил. Он бежит быстрее, чем ты. Ой-ой-ой, он на нас нападает. Ты такой зубров. Я ж... Что он вообще делал? Ты такой звук. Опять трансляция началась. Опять вот эта вот, которая сегодня у нас в Фортнайте была? Да. Так, тихо, индус. О, блядь, твою мать! Твою мать, блядь! Пиздец! Чё там за свин, что ли? О, мистер Свинтуш! Мой любимый. Сейчас мы ему сделаем прочищение ануса. Жестко. Что да, это? Природа, как же ты охуенно! Как же ты охуенно! Я надеюсь, блять! Давай, а ты что-то хочешь прям крутое? Прям все прям? Все, а куда? Я хочу, чтобы жирный подъехал. Прям сюда. Давай. Давай вот чуть подальше, тут желтый. Ага. Какой-то. Я включил, поехали. Насколько они... Дай поглажу. Насколько они вообще... Как голуби, давай, сука, вы поняли? Это первые рыбы, как голуби себя ведут. Вот. Это плавающие крысы. Вот голуби это летучие крысы, а вот эти рыбы, они плавающие крысы, поняли? Ну это как голубь, он типа как бы тебя боится, но при этом он охуевший люто. Нет, никогда не встану в твою сторону. Хтю. Ты сам выбрал свою судьбу. Нет, пожалуйста, у меня семья, дети. Нет. Бюджетная версия Короля Льва, кстати. Кто не ходил, вот спойлер. Мне 40 лет. Ой, стоп, Аня, я не угрожала набить тебе лицо. Я просто сказала, что ты шлюха, и все. Подумаешь. Я и так считаю так до сих пор. Но это лишь мое мнение. Конфликт? Да? Это же конфликт. Это стопроцентный конфликт, я вам скажу. Пострижися, ту привет, здорово, братик, пострижися. Спасибо огромное, точка, если что у тебя на волосах, Ники 89-го склада, типа 89, на наушниках Ники топ-донатеров, а на футболке Ники шиперов. А на футболке Ники шиперов, но в сердце у тебя код БРФФ. Чуваки, даже я не знаю своих донатеров, откуда он их взял, вообще мне интересно. Я просто не знаю своих донатеров, потому что я их не помню.
Я зажрался. Честно. Я реально зажрался. Я чмо. То есть здесь только один сорт стали. Подождите, сейчас пойду маму обниму. Привет. Да, сэр. Ясно. Спасибо. Не знаю, дочь. Ну, понятно. Как-то не принято. Вообще в нашей семье тоже не было принято. И мне не дарили. Ну, короче, с тебя, значит, за два паспорта подарок. А я еще загран получала два раза. Так что жду, мама, четыре кольца. Консервами принимаешь? А ты сливы закрыла? Сливы закрываю. Я просто люблю сливы, ты знаешь. Мы сегодня с ней разговаривали, ей так похуй вообще, ну честно. Ну жестко, жестко, прикольно. Вот, ну мне как-то вот похер на ее слив. Ну типа, и чё? Как бы, ну и чё дальше? Да, я сейчас вот маринованную свеклу закрываю, она вообще шикарная, винегрет и борщ, вообще класс. Вообще класс. Какого хуя ты не запустил мою супер игру? Ее не выбрали, ты охуел, я ждал 20 лет, пока моя игра выпадет на сабды, блядь. И ты ее, блядь, поставил в голосование, пиздец, как ты мог, класска! Почем, бро, почему так спотел? Я подождь попал. Слушайте, а я не знаю, типа, при всем уважении, а такие игры кто-то играет вообще? Ну, кто-то смотрит, это возможно смотреть и играть в это вообще? Я просто терпеть не могу такие игры. Вова, нож был разыгран 23 числа. Да... Если не сможешь найти, вот ссылка на ВК. А, ну еще круче, на... кстати, скинул. Пожалуйста, мне. Не забудь. Запиши, М. Пощади, спасибо. Спасибо. Да не нужен мне этот нож, я в Counter-Strike не играю, дам я тебе его. Просто я все время, вот, да. Это ХПГ. Да вообще насрать, что это такое. Блять. Пиздец. Я в Питере живу вообще-то, ребят. А что это означает? Что это означает? Что сам Бадди Вонс. Постоянно разъебывает, если выходишь на улицу. Какой дождь? Ты 2 часа уже стримишь. Чел, я перед стримом ходил за снюсом. Попал под дождь. Просто подрубить. Ну, в принципе, прошло хорошо. А во сколько я подрубил? Пацаны, доначу стримеру едой. Ёбаный рот. Live donation, пацаны. Спасибо. А ты там в чате сидишь? Да. А какой у тебя никнейм? У меня Дугза. Дугза? Ебать, да. Я даже не думал, что ко мне кто-то подойдет. У меня рука грязная, дайте пожму руку, бля. Да плохо. Спасибо, брат. Блять. Мне придется, короче, мне придется это употребить. А, раз тут, кстати, классные кальяны. Чё-то да ёб твою мать. Последние деньги я как будто кончил. Рисовал тебя, и тут ты реагируешь. Чувак, успокойся. Если ты чё мне могу, хату еще заложи свою, блин. С рамкой и стеклом. Вот это хорошая идея, потому что я хочу на новую хату, у меня два рисунка уже есть, и один в рамке, другой... Другой тоже в рамке вроде, я не помню. И этот повешу. Будет все вот так вот бахнуто. Прикольно, надо что-то фанатский уголок какой-то себе придумать. Например, вот ту куколку, которую мне девочка подарила, отправила по почте, она у меня в машине лежит. Не знаю, просто. Я эту куклу маме показал, она говорит, ты нормальный вообще, такие подарки принимать. А она, блядь, один в один похожа на куклу для обряда. Я когда ее открыл, взял в руки, я такой говорю, я сейчас проткну ее иголкой, я сдохну. Мне говорят, нет. Ну, она так там и лежит, короче. А еще вчера чуть в аварию не попал. Тоже интересная история. Хотел бы вам показать с регистратора весь пиздец, но, увы, к сожалению, я забыл кнопку записи на регистраторе нажать и сохранить, чтобы он записывал постоянно. Поэтому последняя запись с регистратора была аж числа 7-го. И, скажем так, я так пересрал, чуваки, просто пиздец. Я ничего не нарушал. Вообще ничего, я ехал как надо. Я типа выезжаю на... Ой, давайте я вам нарисую схему вообще, что произошло, чтобы вы понимали хотя бы. Ну, если интересно.
Я просто к тому говорю, что я охреневаю с того, какие овощи просто есть. Вы потом охренеете, я сам охренел. Короче, у нас на районе есть круговое движение небольшое. То есть оно рисуется так. Вот это вот... Не, давайте я нарисую. Представим, что это мост в Новогиреево. Вот туда, если что. Там вот так дорога, естественно, идет. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Так, отменяем все это. Там есть вот такая развилочка. Так, вот так, значит, идет дорога. Вот, тут, значит, дорога. Тут еще один съезд. Вот так это все. Все подписываемся на Пабло с кроссовки. Вот, вот сюда еще дорога идет. Ну, дворовая. То есть, когда ты едешь... Сейчас, вот тут запрещено, если... Вот тут, вот, погодите, въезд. Блять, еще одно круговое. Полоса. Короче, вкратце, я очень херово на это самое нарисовал. Но, значит, я еду изначально вот здесь. Но тут такая пробка образовалась вместе вот тут, вот с этой полосой, что я решил перестроиться. Я начал ехать тут. Тут вот ебан поехал. Я такой, ну еду ж прямо, правильно? И он, сука, со второго ряда, блядь, как давай вот сюда поворачивать, короче. И вот так вот машину выставил. Ебать, чуваки, я резко руль влево, у меня машину боком вот так понесло. И вот тут я остановился. Он ко мне подъезжает вот сюда. И такой говорит. О, кстати, я могу реально Google Maps открыть, что-то я не додумался. И он такой говорит, останавливается такой, сам перепуганный, потому что я чуть не уебался люто, прям жесть. Я просто без машины бы остался. Он такой, ну ты в слепой зоне был, братан, прости, реально не заметил. Я такой в ахуе сижу. Я такой говорю, мужик, езжай, а, блядь, типа, все, и он уехал. А я в ахуях вот такой, типа, у меня руки трясутся, типа, что за пиздец. Не буду я бухать в эти выхи. Вот так. Я сейчас покажу, где это произошло. Но это пиздец, ребят. Так, надо вспомнить, как туда ехать. Так, стоп, 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 не понял. А, вот сюда надо ехать. Вот, кидай этого пацана вот здесь. Во! Так, это какой год? До нашей эры. Вот, вот этот вот пепелапс ебучий. Вообще, я просто в шоке был, ёб твою мать. Вот тут была пробка. Вот сюда я выехал. И этот ублюдок вот отсюда выворачивать стал. И я вот так вот прям по бортику проехал. Сколько по скорости, блядь? Меньше 60, дядь. Ехал бы больше, наверное, погиб бы. Все, дайте смотреть. 17к онлайн! О, кстати, хороший мем, 17к онлайн. А, контента ноль. А что тебе тут, иди, я тебе что, сиськи должен? Возможно, на кладбище видео рядом, да. Заведение, надеюсь, да? Смотря для чего, если просто... Подвод как к порнхабу. Первые 15 секунд перед порно-роликом. Не, не буду я чекать ничего, не, нет, отстаньте от меня. Чек не этого чела, три трека. Так, чек не прошлый донат, это важно для меня. Так, а когда ты его кидал? А, с возвращением сделал символический трек про тебя. Чувак, нет, я не буду ваше творчество оценивать, я знаю, что там за пиздец может быть, я не хочу вас обижать. Не надо мне кидать ничего. Пожалуйста. С добрым утром, девочки. Ты чё, не умерла? Это же Татая, о которой я думаю, правильно? Да, я думал, да, все уже, типа, Инстаграм дайте. Дайте Инстаграм, кто это? Я сам не знаю, кто это, я просто помню, Тая там какие-то крупные суммы мне донатила. Я шучу, шучу. Отлично. Спасибо. За косарь, кстати, между прочим. Чё, блядь? Тебе, сука, какой топор, блядь. А че он его не убил-то? Он ему столько навалял. О! О! Чё? Многие из вас думают, почему я все это время стримлю в маске? Потому что я Эвилон. Для меня это очень волнительный момент. Еще маска.
Здорово, пацаны! I know you guys would like to go to sleep, so... Sorry, I had to come back. Chat, I just broke my monitor. You're gonna wake up Greek, dude! I just broke my monitor. It fell, and I broke the monitor. Мгновенная карма. Вы поняли фразу вообще, чуваки? Вы поняли, насколько она гениальна? Мечта вместо плана. Фу. Вот так. Ну ладно, подрастете, узнаете, забейте. Не загоняйтесь. Все нормально. Так, я за компьютером. Слава Украине! Окей.